Есть не хочу, но играться буду, да? Перетасовались уже все. Куда? Я, говорит, в кучке поближе поем. Может, заодно еще у кого сопру. В прошлый раз у кого ухабили, что ли? Махнула курица, поперла свою кучу. Что? Что? И поиграть забрежла. Иди сюда, иди кушать. Ну вот, видишь, прощелкала кусок. Такая за маму сразу же. Ой, опять поменялись. Поменялись кусками. Угу. Иди теперь, Хабиби, кусок бери. Мэйс, что, воняет? Нет. Она больше курицу любит на самом деле. Так чисто. Зевс, куда ты попёр? Все в одну кучу. Ты ж столько не слопаешь, родной. Не, он очень хорошо вырос. Он киару почти давно. Мам, мне можно ее? На хвост ей наступила, потопталась. Нет, моя. Вон иди теперь, Хабибин кусок доедай. Щелкала клювиком. Иди клювиком щелкаешь, иди. Иди, моя девочка, клювиком щелкать. Ты же отдайте мне что-нибудь. Маму, конечно, маму. А я, говорит, пришла ласкаться. Мне надо вот так, идите ласкаться ко всем. А то, говорит, все там едят, а мне надо любви и ласки. Да. Ой, ладно, пойду съем кусочек еще. Или лизну. Так и быть. С этим играть, может, не так удобно. Может, и удобно. Кто знает. Ах, детки. Вкусненько вам, да. Какие вкусные детки. Сладкие такие конфетки. Очень сладкие конфетки, детки. Мамины любимые. Все, Кера, походу, наелась. Так она не голодная была. А я, говорит, ее кусок возьму. Я еще тот не откусывал. Не съем, так поднадкусу. Все поменялись уже. Вот просто. У другого вкуснее. Сес, ты такой же точно ел сейчас. Вот ровно такой же.